Всем привет, давно не виделись. Многие мне говорят, что имеет смысл издать какие-нибудь видео, поделиться информацией. Я пока еще не очень созрел, чтобы так вот еще что-нибудь такое интересное сказать. Тем более, что недавно были интересные дискуссии у меня с товарищами. Мы там поспорили, там правильно играю я, неправильно я играю. Я вообще трубачи, каждый трубач сам себе на уме, к сожалению. И вторых трубачей не бывает. Тоже к сожалению. Потому что такое бывает, что второй трубач не хочет под первого трубача подстраиваться. В силу амбиций, там еще чего-то. В общем, не так-то все просто, конечно. Но есть два выхода. Либо повеситься, либо заниматься так уж, как занимается. Я выбираю второй вариант. Как научили, так и играю, господи боже мой. Научили, как научили. Пытаюсь выкручиваться, как могу. Смотрю, как играют западные трубачи. Восточные трубачи. Как они добиваются легкого звучания. Не сильно напрягают свое тело. То есть они напрягают то, что нужно. Я очень хотел немножко поделиться своей небольшой системой, которую я придумал. Ну как придумал? Просто, можно сказать, сделал такое для удобства, чтобы за одну неделю успеть проиграть все гаммы. Ну, все гаммы проиграть. Я, конечно, посмотрел, как товарищи занимались у нас. Все, короче, у всех подсмотрел. И сделал вывод. Ну, что касается меня, я придумал, что в понедельник я работаю над фа диезом и до диезом. То есть фа диез и до диез. Мажоры и миноры, кстати, тоже добавили туда. Да. Вторник, соль, мажор, ре мажор. Среда, ля бемоль, ми бемоль. Четверг, ля, ми. Пятница, си моль, фа. Суббота си и фа диез можно повторить, кстати. А сегодня у нас воскресенье. И сегодня у нас до и соль. По финтам. Упражнение на Кларка, на хроматизмы я уже сыграл. Это так как у нас сегодня до мажор и соль мажор. Я начну с соль. Но соль я уже, как я все проиграл. Но это вот эти упражнения простые. Не обязательно быстро играть, это я специально играю быстро, чтобы время как бы скоротать. Вы понимаете, что главное, чтобы пальцы шли в одном темпе, и чтобы ничего не зажималось. Там, потом, до мажор сегодня. Потом от соль, потом от до и потом от соль. Как бы я так просто подумал над тем, что если играть Кларка целиком, вот эти все хроматизмы, не хватит, к сожалению, времени. Много надо успеть. А если вы еще и работали сегодня, а я сегодня работал на улице и все такое прочее. А хочется, чтобы была система, чтобы пальцы бегали, как винтики. И все было точно. Вот. Один альтист мне посоветовал. Под метроном. Конечно, под метроном надо. Но так как я ленивый тоже там, так сказать, не всегда его достаю. Потому что он где-то там валяется у меня в чехле. А время, как всегда, поздно. А сейчас очень поздно. Очень хорошо, что я занимаюсь под эту сурдину, потому что она очень спасает. Эта сурдина меня спасла вообще в пандемии, потому что только на ней можно было заниматься. Потому что
живя в Девяткино, тут сумасшедшие соседи. Ну, вот один сосед там в 2 часа ночи включает там рэп. Вот. Я ему, естественно, позвонил, говорю, ты что, с ума сошел? Он говорит, а пошел ты. А я ему говорю, пошел ты. Он говорит, давай вызовем ментов. Прикольнемся. Я начал звонить ментам, так никто трубку не берет. Ну ладно, это уже другая история. Сейчас вроде там какая-то полиция проезжает у нас вот по районам. Вот. Это что касается сурдины. Потому что один саксофонист мне сказал, Косян, а как ты в пандемию-то занимался? Когда мы шляпником там писали альбом. Я говорю, так я под сурдину занимался. А как ты занимался? Он говорит, а я? У меня нет такой сурдины на саксофоне-то. Подъехал. Ну ладно. Так что вот так, видите. Значит, сыграли мы хроматизмы. А потом берем второе упражнение Кларка. У нас сегодня воскресенье. Значит, что? Значит, до, соль, до, соль. Но я начну с нижнего соль. Чем больше, тем лучше. Нагрузки. Итак, я еще разбил, кстати. Разбил я штрихи. Например, фа диез в понедельник и до диез. Я играю легато. Соль ре вторник я играю дидаше. Ну вот как вот Марголин учил оборотной гаммы, я это перенес на вот этот Кларка. Ну я еще послушал, как Никитка Михайловский у нас занимался, он тоже играл разными штрихами. Плюс еще прижал к нам немецкий солист Берлинской филармонии, тоже говорил, играйте больше штрихами. Короче, я сделал вывод, что надо играть разными штрихами, и чем больше, тем лучше. Ну вот. Плюс мы все ленивые туда-сюда, в общем, как бы эта система будет работать в любом случае. Вы играете минимум упражнений, но штрихи как бы вы не забывайте. Ля бемоль мимоль у нас будет играться два легато, два стаккато. Ля ми стаккато, причем четко. И си бемоль фа у нас будет двойной язык. Причем двойной язык такой. Току-току-току-току-току. Ну да. А си и фа диез у нас будет. Это у нас суббота. Пунктир. А сегодня у нас воскресенье. И я делаю как бы туку-туку. То есть у меня, когда си бемоль фа, я играю току-току-току-току-току-току-току-току-току. А сегодня будет у нас воскресенье. Ток-док-док-док-док-док-док. Ну, сейчас пометим. Это я посмотрел этот итальянского трубача. Он и минор играет, Кларка. Ну, а что мне не сыграть? Тоже интересно, да, о чем мы только мажор играем? Минор же тоже надо играть. А когда мы его успеем сыграть? Мы же не успеем проиграть все оборотные гаммы минорные, правильно? И мажорные тоже, правильно? А мозг-то надо как-то, чтобы работал. Дальше идет до. Ну опять же, сыграли, сколько сыграли, столько отдохнули, мышцы отдыхают, не надо там торопиться. Как-то так. Тоже кто-то мне дал этот совет. Не помню кто. Дальше опять соль. Отдыхаем. Дальше у нас до. Thank you.
Ну, конечно, там уже двойным не очень удобно. И теперь самое интересное, что соль, да? Ну, с верхним регистром, как бы, что у нас? Как всегда, не все очень так это все. Но надо его пробивать, надо его развивать, что делать? И, конечно же, не надо его бояться. Но это в моем случае. Я так работаю. У кого-то он есть, а у меня как бы так. Да, соль. У меня просто не хватит физически сейчас сыграть минор. Я отрываю ему штук. Думаю о жизни, отдыхаю. Ну, не надо же давить губы, правильно? А то губа распухнет. Поехали. Ну вот, смотрите. Проиграли мы техническую базу. Ну вот. Дальше я вам позже скажу, что я еще играю, если есть силы. В принципе, после этих упражнений, кстати, я вам хочу сказать, что очень такие приятные ощущения в губах. И все это не зря. Еще так каждый день понемножечку играть, вот это все. Вы будете держать себя в хорошей, нормальной оркестровой форме, как мне кажется. Ну, по крайней мере, хотя бы в форме Лебединого озера точно. А потом я играю упражнения на отдых. И потом иду немножко отдыхать, если мне, например, лень. А мне сейчас лень, сегодня воскресенье, Бог велел отдыхать. Ну все, до новых встреч.